Славянский район по праву считается одним из самых спортивных в Краснодарском крае. Физкультура и спорт объединяют людей разных профессий и помогают им жить и работать. В этом еще раз убедилась съемочная группа нашей информационной программы. Физкультуре и спорту покорны самые разные люди. Спортивный образ жизни не только укрепляет здоровье, но и повышает качество жизни, способствует профессиональному росту. Представители образовательных учреждений Славянского района, всего 7 команд, приехали на соревнования по 4 видам спорта, с которых и открывалась спартакиада. Спартакиада включает в себя состязания по настольному теннису, шашкам, шахматам, волейболу, стритболу, стрельбе, плаванию, дартсу и совсем не обойтись без сдачи нормативов ГТО. Соревнования по плаванию проходили в виде эстафет – мужской, женской и смешанной. Вода в Славянском бассейне буквально кипела от рук спортсменов, стремящихся к победному финишу. Эмоции незабываемые. Учителя с удовольствием приходят на этот праздник. Все воодушевлены. Вы видите, как они горячо болеют друг за друга. Они не только прекрасно преподают в школе, но еще прекрасно плавают. Дружба со спортом помогает и показать свои положительные и хорошие качества в работе учителя. Мы только за спорт и за работу. Должно быть все это вместе, в комплексе. В плавании лидировала команда с названием «Первые». На втором месте была вторая рота, на третьем – «Олимп». Настольный теннис – один из любимых видов спартакиады. Главное – уверенно играть всю партию, и тренировки тут, конечно, только на руку. Я очень рад, что проводятся эти спартакиады. Я говорю, это как глоток, свежий глоток воздуха, потому что тренировки по своему виду – это одно, а выступить в своем кругу, в образовании, помериться силами. Я вот выступаю, теннис, да, стрелял, плавание было, волейбол был. Как бы в этом году попало так, что я должен отстоять честь нашего региона по теннису. Это очень здорово, это нас объединяет, скажем так. В настольном теннисе на первое место вышла команда X-Park. Серебро взяли спортсмены из Олимпа, а бронзу завоевали первые. В стрельбе первенствовала дружная компания. За ней по очкам шла убойная сила, на третьем месте снова первые. Очень эмоциональными и напряженными были встречи по стритболу 3 на 3. Цена каждого заброшенного мяча здесь очень высока. Многое решает сыгранность команды. Да, я впервые принимаю участие в таких соревнованиях. Очень этому рада. У нас очень сплоченная команда, настроена только на победу. Боевой дух у нас присутствует. У нас еще много видов спорта. Шахматы, стрельба. У нас тоже отличные участники заявлены. В мужском стритболе победителем стала команда «Олимп». Второе место у X-парка, на третьем спортсмены из команды «Первые». В женском стритболе сильнее всех стала дружная компания. За ней в итоговой таблице команда «Первые» и замкнули тройку лучших спортсмены из «Бригантины». В общем зачете спартакиады сейчас наиболее ровно идет команда «Первые», которая вошла в тройку призеров во всех прошедших видах. Впереди новые состязания, которые определят сильнейших. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».